слесарь механосборочных работ – одна из ключевых специальностей на Тверском вагоностроительном заводе. Без специалистов этого профиля вагон не собрать. Эта профессия требует особых умений и навыков, и слесарь должен стремиться к повышению уровня своего мастерства. С этой целью ежегодно, при поддержке Тверского регионального отделения «Союзмаш России», на заводе проводится конкурс профессионального мастерства. Конкурс состоит из двух частей – теоретической и практической. Теория включает в себя тест на 25 вопросов, ответить на которые необходимо за 50 минут. К этим вопросам также прилагается чертеж, который требуется для принятия правильного решения по задачам. На практике же надо, имея чертеж, изготовить по нему деталь и затем собрать. Была определена деталь, которую необходимо изготовить. Вот. Уложиться в определенное время, то есть было дано час 10 минут. Вот. И выполнить размеры, да, с установленной точностью. Вот. В основном сейчас на заводе у нас все обрабатывается на механизированных станках, то есть на оборудовании. Здесь, в данном случае, конкурсанты должны показать свои навыки, именно умения работать руками. Но и самое главное, это не только руками, но и головой. За безукоризненное выполнение всех трех этапов конкурса дается 55 баллов. Помимо оценки теоретических знаний и практических навыков, у конкурсанта оценивают еще и соблюдение техники безопасности. У лучшего слесаря предприятия все должно быть безупречно. И знания, и опыт, и умение содержать свой верстак в чистоте. Повышается уровень рабочих в трудовом мастерстве. И что это очень радует нас. Слесарей-заводчан, желающих принять участие в конкурсе, всегда было достаточно. Среди них дебютант, слесарь механосборочных работ обособленного подразделения ОАО ТВЗ в Торжке Андрей Колчин. Слесарь механосборочных работ – самая многочисленная и востребованная профессия на заводе. Специалисты этого профиля нужны всегда, а умелые руки – в цене и почете.